Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу вам показать, как приготовить можно сосиски в творожном тесте. Такое тесто готовится без дрожжей, но на основе творога. Кого заинтересовало это видео, желаю вам приятного просмотра. Итак, для приготовления мне понадобится чаша глубокая, в которую я добавляю 250 грамм творога жирностью 5%. Этот творог теперь мне нужно измельчить блендером для получения однородной массы. После того, как перебил я творог, теперь я добавляю сюда 50 грамм сметаны жирностью 15%. 2 трети чайных ложки соли и 2 трети чайной ложки пищевой соды. Все это перемешиваю. Теперь в эту массу я добавляю 7 столовых ложек пшеничной муки. У меня цельнозерновая. Вы можете взять обычную. Все теперь это тщательно перемешиваем. Нужно замесить не тугое, а мягкое, но не липкое тесто. После того, как я замесил тесто, этот шарик я накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 2 часа. Мое тесто постояло в холодильнике 2 часа. Теперь мне нужно его раскатать. Для этого я возьму немножко муки, подпылю свою поверхность рабочую. И раскатаю его. Скалку тоже можно мукой обтереть и раскатывать. Нужно раскатать в один большой широкий пласт. По необходимости добавляйте муку, если прилипает тесто к скалке или к рабочей поверхности. После того, как я раскатал тесто, мне нужно разделить его, точнее разрезать на полоски. Так как у меня 11 сосисок, я буду разрезать на 11 полосок. Вообще тесто рассчитано на 10 сосисок, но я не посмотрел сразу, сколько у меня в пачке. Так, широкое будет. Так, ну в итоге все равно на 10 разделил, но может где-то кусочки останутся, и я последнюю сосиску из этих кусочков замотаю. Значит, беру сосиску и аккуратно заворачиваю в эту вот полоску по спирали. Желательно заворачивать так, чтобы хватило. Теперь все эти сосиски перекладываю на противень, который нужно мне смазать растительным маслом. Я сначала уложил пергаментную бумагу, и сейчас ее размажу растительным маслом. У кого пергамент промасленный, то не смазывайте. И теперь выкладываю сюда все свои сосиски в творожном тесте. Отдельно в пиалке мне нужно взбить желток яйца куриного. Отделяю желток от белка, вилкой его взбиваю, чтобы он однородной консистенции стал. И теперь кисточкой смазываю все сосиски в тесте. Желток нужен для красивого
желтого цвета после запекания. Затем обсыпаю каждую сосиску в тесте сверху кунжутными семечками. Это также нужно для красоты. Ну и плюс кунжутные семечки придают какой-то свой вкус и аромат. И отправляю все мои сосиски в тесте в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Та-дам! Сосиски готовы. Единственный минус, или даже отличие пшеничной цельнозерновой муки от обычной рафинированной в том, что хоть я и помазал желтком, все равно остался цвет такой, как у сырого теста. Ну, я вас уверяю, если вы приготовите из белой рафинированной муки и помажете желтком, то цвет желтый получится. И не бойтесь, они не сырые. 20 минут вполне достаточно, чтобы запеклись те сосиски в тесте. Ну, соответственно, само тесто. Вот. Но зато желток способствовал хорошему прикреплению кунжута на поверхность теста. Ну что ж, теперь я могу попробовать их вкус. Хотя я уже раньше их пробовал и уверяю, они очень вкусные. И главное, без дрожжей, потому что я дрожжи не ем. Всем, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите в комментариях свое мнение об этом видео. А я пошел пробовать.